На второй тайм? Команда не кстати, очень плохо. И что ценно, со стандарта все это пришло. Как раз в момент, помните, удар Ерохина после паса Жаркова. Где-то там еще поактивнее играли. Крутые выиграли в момент. Как раз тогда добавили вот такой пошел. Я вам телефон. Ну, сейчас там посмотрим. Мы могли бы с тобой на великах на карьер съездить завтра. А что на карьере делать? Покупаться. Да. А чего? Садись. Покупали тебя? Покупали. Гол! Нету, блин. Расстроился? Нет. Смотри, как искалит все. Ну и сам он сыграл здорово. А в сайте нет, как он посмотрел, оценил ситуацию. Оценил зубами. С кем они играют? А чего? На руку наступил, что ли? Сейчас, конечно, уже многие отметили, что сезон начал Александр так, как надо, что ценовляки эпизоды мы видим того, как Олина. Если на руку наступил, я думаю, что это очень будет. Ну, как-то. Нет, нормально, ничего не было. Отчаянно в подкат, а я-то пошли в полу этой борьбы. Наступил даже на него Александр. Да не наступил. Ну я думаю, болельщики Зенита. Блять, я пришел к врачу, она говорит, положу ногам на ногу, я беру. Не поднять. Так и сказал. Нет, сейчас не поднять. Ну я так попытался. Комар летает. Да, и вкусно. Пропускать не будет. Пропускать, кстати, да. Нога на ногу, да, и ты... Ну, она... И ты да, стал ногу поднимать, а говоришь, не поднять, да? Нет, я не сказал, я говорю, сейчас, руками поднимал. Она вообще больничная, не хотела, да? Ну, что, обалдели? Я говорю, что должно тогда заболеть, чтобы вы дали мне поничку? Я говорю, здесь, говорю, грудина не дыхнуть, нога не шевелится. Ну что, говорит, дайте мне отдохнуть. Я говорю, уже говорю, 2 недели вообще только боли одни чувствую. Ну, говорю, 10 уколов, ничего не помогли, говорю. Он говорит, и у меня тоже все болит. Я говорю, ну я бы дал вам больничку. Я бы дал. Она достала, выписала мне. Это терапевт? Ну какая терапевт? Хирург, блин. Вам надо не говорить не хирургу, а ревматологу. И откуда я знаю, куда идти, куда послали, туда я пришел. И сестра бегала там, дайте ему баню. А, за тебя, да? Да. А возрасте медсестра? Да, смотри, нужно подготовиться тоже. Все говорила, дайте. Ну, она просто, там карточку, не знает она меня. Просто они видели, как я хожу. Ой, блин! Красиво. А с кем они играют, я не понимаю. Да я сам не понимаю, турки скорее всего. Да Кокорин лучше всех. Чего и не поставить центральным вместо Дзюбы.
вся бы игра пошла бы на связь. Это все ебаный дзюба, ебаный дзюба. Ну, нет, он не играет. Не играет сегодня? Нет. Его выгнали еще, вот они с Рубином играли. И сразу выиграли, как дзюбу убрали. О, ну турки точно. А почему? Ну вот, лица-то турки. Я думаю, да. Молодец, а? Комментатор пропал куда-то, видишь? Ну, поиграло же все крупными планами, мы сделали паузу. А тем временем Александр Анюков готовится от мяча из-за боковой линии. Телефон-то тебе дать, мужика-то, который... Да не буду я 300 рублей давать, блядь. Ну не сегодня, потом, может.